популярный актер Джан Яман, восходящая звезда турецкого кинематографа. Самые известные его работы в кино – сериалы «Ранняя пташка», «Упрямая любовь», «Кто из нас не любил», «Дела сердечные», «Полнолуние». Причем за хит сезона сериал «Ранняя пташка» Джан удостоился арабского «Оскара». В субботу 9 мая в издании «ГДЖ» появилось сообщение о том, что Джан Яман анонсировал начало съемок нового сериала «Мистер Ошибка». Со слов актера, проект запустят уже в конце мая 2020 года, после окончания месяца Рамадан, священного для мусульман, когда верующие должны быть сосредоточены на вере и соблюдении строгого поста. Актер сказал: «Я настраиваюсь на работу и с нетерпением ожидаю начала съемок. Я скучаю за своими фанатами и хочу порадовать их новым проектом». Стоит заметить, что в новом сериале сниматься с Джаном будет великолепная Азге Гюрель. Будет ли успешным их творческий союз, покажет время. Мы будем следить за развитием событий. Подписывайтесь на наш канал.